Дорогие друзья, вот решил рассказать, что такое школа Бовсуновского. Значит, смотрите, я не делал панацею. Я делал школу, чтобы абсолютно любой человек, который мечтал программировать, мог это начать делать, то есть писать программный код. Из опыта получается, все происходит действительно. Во-первых, новые курсы, то есть добавление курсов идет в постоянном режиме. Вообще вы оплачиваете пожизненный доступ. Ну, например, вот сегодня вышел там курс R-Quartz, то есть это хоть обычный Python, но просто когда я вижу, что есть какие-то трудности, я дописываю курс. Итак, давайте зайдем сначала по вкладочкам. Ну, главное, контакты, понятно, новые курсы мы здесь находимся. Самое большое количество рубрик «Начни здесь». То есть здесь можно почитать много информации, почему Python, почему Django и так далее, и так далее. Купить логин и пароль к СПБ, либо к другим сайтам, ну, например, Android, скоро еще появится, Python for Android, другие сайты, потому что будет машинное обучение еще, ну, много чего интересного. Но в любом случае, я к чему говорю? Я говорю к тому, что, ну, давайте вообще-то я лучше к результатам. Ну, интересные заметки вообще есть. Я начал собирать проекты участников. Поехали по порядку. Вадим Полшков пришел с нуля. На сегодняшний день у него работает его личная студия, что приятно. Хотя было где-то сложно, где-то просто, я не знаю. Я наблюдал за Вадимом, молодец, развивался вполне нормально, но не без, как говорится, бзыков. Это хорошо. Далее. Ну, например, Александр Проценко. Данный парень вот при создании сайта, например, Медкомикс, это совершенно реальный рабочий сайт для прохождения медицинских комиссий. И сейчас где-то я сохранял, что он писал. Вот нашел реальный пример. Ну вот интересно. Александр Проценко писал. Сейчас. У него вообще интересный жизненный подход. Сейчас сайты делаю любые. Вот пример даже с центром медицинских комиссий. Это вот про тот сайт, что я показывал. Делал сайт по ходу изучения ваших курсов по Django. Пришлось изучить Django за 2 недели. Спасибо вам, Валерий, за курс по Django. Очень выручил. Ты единственный достойный никакой воды. Значит, ну, возможно, у вас, если вы с нуля, не будет так быстро. Все-таки у человека есть опыт. Но в любом случае, далее, что там еще? Ну, не все прислали. Я просто знаю, что не все прислали. Но кто хочет, тот присылает проекты, где они сейчас там делись. Значит, не здесь. Вот парень делал тестовый сервер, грубо говоря, на Django 9. Это у нас Алексей Поздняков делал выгрузку, программу, которая в интернете как сервер, можно было бы сделать заказ. И вот он дал тестовый сервер просто, ну, для показа. То есть Astro Раскрой — это программа для сборки мебели, но понадобился сервер, чтобы люди могли создавать заказы, то есть что это, значит, материал и так далее, и так далее. И эту программу, и все, что вбито,
все, что вбито, вот если взять там создать заказ, потом вот допустим здесь ДСП, ДВП, фанера, то есть заготовки сделать там на дверки, как я понимаю, ширину, ширина, ну, в общем, все, а потом выгрузить программу Astra Раскрой для удобной работы, то есть в интернете. Значит, вот, например, истории, это все истории, которые люди писали в группы, я просто их оттуда копирую. Как вообще устроена школа, когда вы покупаете логин и пароль и заходите в школу? Значит, школа устроена по шагам. Ну, будем говорить так. Вы получаете сразу логин и пароль еще от одного сайта pro365.net. Этот сайт у нас здесь для совсем, грубо говоря, новичков, еще как-то называют чайники, объяснено простым языком Python от начала до классов и по Django первые знания, по Django. Здесь в кабинете, здесь тоже все по шагам. Вот берем и поехали по шагам, и каждый шаг изучаем подробно. Планы пронумерованы. Вот. Пока двойки нету, будет двойка, будет отдельный кабинет на двойку. Там уже будем более сложными вещами заниматься. Значит, то, что непонятно, задаем вопросы в группе Google. Как правило, не приходится копаться в самой группе, потому что рубрики, которые где нужно, они вбиты прямо в план. То есть ссылка на рубрику конкретно того или иного вопроса. Но я уже, если мы в группе, то не забывайте перейти в группу, когда вот, допустим, что-то не знаете, и пользоваться этим поиском в группе. Вот, допустим, ввели там HR, то есть много ответов можно сразу найти, какие-то там заморочки и все прочее, или так и так, и то или иное. В Python я решил пойти дальше, и здесь в плане пятом идет курс по углубленному изучению Python, объектно-ориентированное программирование. То есть, ну, опять же, очень подробно, доступно, просто объектно-ориентированное программирование очень нужно, так как любая библиотека сегодня пишется на классах. Ну, во-первых, нам до Django нужно понимать ООП, потому что, понимая ООП, мы можем писать намного более сложные вещи. Далее. Параллельно идет школа Kiwi Python for Android. Значит, библиотека быстрая. То есть я за ней наблюдаю уже несколько лет. 3 года назад, какой это был год, сегодня 16-й, в 2013 году выступил основатель Python и призвал мировое сообщество ускорить. После этого был переписан вся библиотека на Python C. Ну а для нас управление осталось в Python. Поэтому потиху идет и это обучение. Тут тоже надо понимать Python ООП. Как найти Python for Android? Довольно просто. Там адрес длинный. Еще. И Python for Android выбрать. Да? На SPB еще. И так далее, и выбрать Python for Android. У каждого сайта на самом деле свои задачи. Если сайт pro365.net, он идет дополнением в подарок при покупке либо Django любого аккаунта, либо Android любого аккаунта. Здесь, как я говорил, у нас
начальные знания. То есть, если мы перейдем, то начало полного курса обучения, ну, для того, чтобы посмотреть, если нет логина и пароля, надо зайти гостем. Здесь вот первых два курса, чтобы понять, насколько просто я объясняю, ну, не было людей, которые бы не понимали. А... Так, где я там нахожусь? Немножко не так вышел. А остальные все курсы на одной странице. О, тут же доступ надо платный. Вы получаете доступ. И здесь уже все основное на одной странице. Трое суток видео, грубо говоря, много. И здесь, обращая внимание, например, есть какого места изучать джанго, и мы затрагиваем основы классов, которые нужны для джанго. А уже продолжение классов на этом сайте. Я думаю, машинное обучение пока не решил, либо будет здесь, либо будет на другом сайте. Машинное обучение, потом расскажу все, это автоматизация любых процессов. Грубо говоря, ваш сайт будет как робот. Хочет будет разговаривать, хочет... В общем, вы сможете автоматизировать любые процессы. И программу, и сайт, все что угодно. Поэтому у каждого сайта есть свое назначение. У этого сайта, этот сайт дает первичные знания, человек разбирается в Python, и... начинает легко понимать книги, документацию. Здесь у нас, хоть школа называется Django, да, но на самом деле здесь ребята занимаются и графическими библиотеками, кто чем. Ну, большая часть Django рассматривает коды Python в группе. Ну, вот так пошло много информации на разные темы. Важно ведь находиться в процессе, то есть вы постоянно получаете сообщения с группы, поэтому я рекомендую при оплате указывать Gmail и отдельно использовать ваш Gmail или Gmail, как кто называет, чтобы вы могли сохранять важные для вас сообщения, потому что иногда там 3, иногда 10, но постоянно кто-то что-то решает. Кто-то выкладывает какие-то новые наработки, новые вещи. В общем, то, что вы будете писать сайты, это, ну, любой, я так понимаю, пишут все, кто хочет. Заниматься нужно по шагам. Еще есть один сайт, это полная версия продавашков, хотя... Здесь я много даю советов по продажам, но здесь есть уже система продаж, где я рассказываю о возврате пользователя. По сути дела, взяв за основу принцип Amazon, покупает тот, кто возвращается. Ну, в общем, кому интересно, тот почитает. Значит, эти меню... Поддержка, например, здесь планы, это где уроки, но в принципе не нужно на этом заморачиваться, просто я вынес все людям, которым просто уже ну, ориентируются в сайте, будет быстрее. А так все просто, вот взяли план и пошли по шагам, пошли там до 20 шага дошли, пошли дальше, 21 нажали, почитали. Или там, ну давайте так, ну, например, там посмотрели, перейти к просмотру курса, ну, посмотрели курс. Я вот что говорю, не говорю, вот что хотел бы сказать. Ребят, вот обязательно прочитайте для гостей, но это для гостей, когда есть доступ, та вкладка по-другому называется, значит, не здесь. Значит, раздел «Почему Python?». Просто
здесь я дал много советов. Вот, допустим, как происходит понимание языка с нуля до промышленного программирования. Или там методика моментального понимания. Это курс можно скачать. Она не подменяет, просто я отдаю методику, как начать разбираться в том или ином объекте. Теперь еще есть такие вопросы. Ну, я бы рекомендовал, опять же, прочитать статью. Сейчас. Еще рубрику «Что получу после оплаты?» Вот интересную статью написала девушка. Но то, что я попробовала, меня удивило, восхитило. В принципе, Данута, что она пишет здесь, я сейчас не буду, кто хочет, прочитает, что надо слышать, что я говорю, потому что я даю очень много подсказок. И вот, например, сейчас я найду еще кое-что. Возможно, вы позже видео смотрите, вам это будет сложнее отыскать, но просто достаточно послушать. Так, 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 не то, не то, не то, новые курсы. Недавно писал, вот пример интересный. А вот Александр Ситушкин, просто это мой друг. Ну, грубо говоря, он тут пишет, что его пригласили в гости, и потом он вдруг увидел Python. Он меня знал заранее, поэтому и пришел учиться. Значит, вот первые результаты его. Уже через, наверное, месяц он написал первую программу. Вот Саша начал делать правильно. Очень. Он обернул программу в графическую обертку, и вот он пишет, изучая списки, на этом этапе увидел игру, да, и начал описывать. Ну, игра есть на группу, в группе, кто хочет посмотреть, посмотрит. Дело не в этом. На что я хотел обратить внимание. Вот эта вот статья, которая находится в разделе «Почему Python?», как происходит понимание языка с нуля до промышленного программирования. Не буду сейчас искать, статью вы прочитаете. Я здесь говорю о том, что кроме изучения Python важно переходить к практике. Поэтому вот, например, в школе есть понятие практикума. То есть это не сайт, это просто что-то вроде сайта, где вы, как лаборатория, где вы проверяете какие-то технологии. И вот я бы хотел обратить внимание, что вот ребята пишут, и я заметил, вот кто делает практикумы, то есть то получается, потому что так забывается. А когда человек делает практикумы, то получается, что он как бы пробует весь свой код, что-то новое делает и начинает легко разбираться. И при этом он же практикум, это же тоже что-то похожее на сайт. Хотя каждый его делает по-своему, но человек приобретает навыки с кодом, с бутстрапом, пишет. И важно очень выполнять домашние задания, потому что много где в планах есть домашние задания, и там прямо есть рубрика группы, куда сбросить. Просто есть задания домашние, которые основополагающие, например, которые дают понимание, например, Джанго, как вообще работает Джанго. То есть сделал домашнее задание и понял. И дальше уже
идет все нормально. Если так сказать, я не говорю, что это панацея. Ну, школа построена от простого к сложному, уроки постоянно добавляются, и получается, что школа дает вам как бы путевку, то есть вы понимаете основы, и человек, находясь в школе, далее способен двигаться самостоятельно. Я постарался на главной странице рассказать более подробно, Python, Django, другие библиотеки. Ну что это? Обучение по шагам. В каждом шаге у нас определено, есть четкий план по шагам. Уроки пошло у меня так, с самого начала 10, 12, 8 минут. То есть я стремился к тому, чтобы если человек взял какую-то тему, то он ее понял. Поэтому я говорю, пишите код. Вот прошли урок, дайте свои переменные, в общем, все свое напишите. Раз, два, важно понять. Не надо запоминать. Все отложится со временем само, когда будете вырабатывать стиль. Можно спросить. Всегда вот ребята задают в группе Google, не надо стесняться вопроса, но не забывайте пользоваться поиском. Обучение по видеоурокам, и видеоуроки, и код, где-то аудио. Ну, я все методы использую. Курсы постоянно добавляются. Ну, как я вначале говорил, вот сегодня добавил курс постоянно. Ну, пожизненный доступ. То есть вы учитесь не спеша. Здесь я показал картинки. Надо будет немножко, наверное, переделать. Вот. Здесь внизу можно прочитать условия акции. Или зайти пароль демо, логин демо, вы сможете зайти в кабинет. Всего на всех сайтах школы, если взять там продавашков, Android, саму школу около 8, уже может больше суток видео, суток по 24 часа каждые сутки, да, представляем. Ну что ж, значит, в отрыве от планов уроки смотреть бесполезно, неудобно, потому что в планах есть последовательность, в планах есть обращение на какие-то важные моменты. А вот по плану заниматься удобно. Просто если вы мечтали программировать, то программировать вы будете уже. Школа себя здесь доказала, да, и проявила, что это именно так происходит. Стараемся разбирать каждый момент, всегда можно спросить. Ну, вот я сейчас выключу, возможно, что-то еще добавлю, подумаю, да, вот что важно сказать. По-моему, я все сказал. Достаточно понимать, что это на самом деле, ребят, большой труд. Тружусь я над этими проектами уже довольно продолжительное время, 3 года. То есть, сейчас подумаю, что добавить. Да, будет Django SMS, вот идет курс, сейчас должен идти. Потом машинное обучение будет еще. Вот в ближайшее время собираюсь сделать. Если возможно, вы смотрите видео позже, наверное, уже сделано. Вот, наверное, частый вопрос. Если вы не знаете языка, для этого я вам показывал вот этот портал. Вы сможете изучить язык. Объяснение идет простым языком, потому что сам сленг технически придет со временем сам. А я объяснял тут простым языком. Мы, например, там брали вещи, там как сварить суп. В общем, те ситуации, которые понятны каждому.
По сути дела, если так говорить, ну вот видите, ребята, очень красивый код пишут. Школа дает путевку в жизнь. То есть, если вы хотели, вашей мечтой было начать программировать, то школа решает эту задачу. Она вам дает возможность изучить Python, изучить библиотеку. В данном случае Django, Android, другие библиотеки появятся вот скоро, как я говорил, машинное обучение, еще там много чего появится. Просто, знаете, вот как надо понимать, когда вы изучили хотя бы одну библиотеку, которая написана в классах, вы просто, следующая библиотека вам уже легко дается. Ваша задача, когда вы знаете Python, понять, что делает тот или иной класс, знать, что вы хотите сделать, и все это уже работает. Просто возьмите себе несколько простых правил. Нужно идти по шагам, шаг за шагом, многократно повторять на первом этапе вещи, то есть шаги, которые будете проходить. Не нужно пытаться что-то выучить. Нужно понять, пытаться разобраться. Когда вы разбираетесь, потом приходит узнаваемость. То есть вы понимаете, что это там список, это кортеж. Я всегда говорю, что изучение Python это в первую очередь изучение объекта. Все эти вещи я здесь описал, указал, рассказал. Значит, следуйте советам. Изучайте библиотеку. Делайте домашние задания, ведите практикум, занимайтесь столько времени, вы же здесь сами себе хозяин. Занимайтесь, когда есть время. Пусть у вас этот будет процесс. Час в день хорошо, два в день хорошо, сколько есть. Вопрос в том, что программировать вы будете. Проверено. И все получится. И вот сейчас я прошу меня услышать. Запомните, ребят, здесь даже не стоит вопрос сдаваться, не сдаваться. Python прост, как и любой другой язык, все состоит из простых вещей. Поэтому помните одно, только вы определяете, будете вы программировать или нет. Не надо думать там, ой, сдаваться, не сдаваться, не в чем здесь сдаваться. Идите шаг за шагом. И будете программировать. Вот и все. Спасибо. Сайт spb-tut.ru. Думаю, несложно. Спасибо. Валерий Бовшиновский с вами был.